Локомотив — это очень большая часть моей жизни, и я не вижу себя раздельно от этого. Стараюсь не пропускать ни одной домашней игры, если получается, посещать какие-то интересные выезда. Случайно на сайте увидел, что в этом году в дополнение к абонементу будет отбор в команду болельщиков, которая сможет принять участие в шоу-матче с основной командой. Раньше я играл сам с Эмилемой в груди за юношеские команды «Локомотива». Отправил свою анкету, меня пригласили на отбор. Достаточно успешно прошел, так как меня пригласили на позицию вратаря. Лугарев, удар! И очень здорово играет голкипер. Действительно, очень запоминающиеся эмоции. Они начинались с приезда на стадион и длились до самого финального свистка нашего матча.